Скъпи приятели, вече цял месец бушува войната в Украина. И вече цял месец на нашите врати хлопат гости. Гости, които са изпаднали в затруднено положение в този живот. Гости, пред които ние можем да изберем да отворим вратите и сърцата си. Днес ще ви срещна с едно такова семейство, но преди тях с тяхната хазайка, с тяхната добакиня, с техния ангел, който е успял да върне вярата им в доброто. И сега при мен е Антони Айтова. Тони, здравей! Здравей! Разкажи ми сега, къде си настанила хора? Аз съм родом от Несебър, макар че живея в София. Основното ми занимание е свързано с това да управлявам апартаменти в два комплекса, които се отдават през лятото под наем. Така че в този сезон ние правим ремонти в апартаментите и някои вече са ремонтирани и годни за обитание, така да се каже. А и всъщност от началото на този конфликт, който се разрази пред нас, съм в една група за помощ на украински бежанци и от тази група получавам информация горе-долу за всичко, което се случва от самите тях и от много доброволци. А там всеки може да публикува какво търси или какво предлага. И всъщност по този начин с мен се свърза Мария, така се казва жената от Украина. Мисля, че около един ден, ден и половина преди да пристигнат в България, се свързаха с мен. Обясних им как да стигнат. Сега е много лесно, като изпратиш Google Location. Ориентираха се много добре и една сутрин, мисля, че беше 6 март или 5 или 6, не съм много сигурна, неделя или понеделник, те ме чакаха на правилното място. Бяха с една не много голяма кола, майка, баща, три деца, три момчета, може би на възраст между 12... 7, 10 и 13 години. Точно това ще да кажа, между 13 и 7. И мисля, че... И тъщата. Тъщата, това е майката на Виктор. Не, и... майката на Мария. Майката на Мария, добре. Защото Виктор спомена, че майка му има рожден ден. В деня, в който се срещнахме с тях, а той не може да бъде с нея на празника й. Да. Видях едни хора, които бяха просто видимо много изморени. Казаха, че са пътували 3 или 4 дена. Просто посмачкани буквално и дрехите, и така физически. Разбира се, оплашени, след това нали, споделиха на какво са били свидетели последните дни преди да тръгнат. И съответно казах им, че мога да им предоставя това жилище, това е един апартамент с две спални, хол и една баня и туалетна, който е точно за 6 човека, защото в хола има диван, който се разпъва и могат да спа двама. Бях много впечатлена, когато и показвах с какво могат да разполагат в апартамента, че има всичко необходимо за готвене. Те са по принцип така оборудвани с всички домакински пособия. Нали, не очаквах такава реакция, но явно за Мария това е било много ценно и много важно, защото тя се разплака, като отвори шкаф тя пълен с тенджери. Тя през цялото време плачеше по време на нашия разговор. Да, след това, понеже така стана, че апартамента, нали, ние ги оставяме почистени, но не заредени. И се върнахме след един час да донесеме допълнителни чершафи, възглавници, юргани и тем подобни. И тя пак се разплака, нали, че има чисти хавли, че има всички човек неща, човек започва да са... оценява тези малки нещица, когато изпадне в трудна ситуация, като учили. И нали, бойлер, че мога да се изкъпя, защото те са пътували и не са имали възможност изобщо да живеят нормално. И беше много интересно, дори леко забавно, защото на следващата сутрин, когато ги видяхме отново изкъпани, все едно не бяха тези хора, те бяха напълно различни. Отпочинали? Да, отпочинали с прически. И тя просто каза, за пръв път от 12 дни аз мога да спя спокойно, без да чувам
сирени, бомби и всякакви други неща. Аз, както и моите близки, 12 дена не сме спали нормално. Това е най-ценното нещо, че имаме спокоен сън и се чувстваме на сигурно място. И на теб това ти изглежда много странно, нали, за нас е почти непонятно. Дано да продължи да, така, да ми звучи странно, дано не се наложи да го преживяваме никога. Освен това семейство, сте настанили и други, нали така? Ами да, пак чрез тази група с мен се свързват много хора. А малко след това ни писа майка с две деца, която е била някъде в Слънчев бряг, но каза, че там може да остане още един или два дни. И също така очакване и на приятелка с три деца да пристигне с транспорт от Украйна. И ние откликнахме, защото казаха, че нямат възможност да плащат найем. Тоест, аз в моята обява в тази група изрично написах, че искам да насня хора, които нямат възможност да плащат найем, тъй като има такива, които си казват, ние пък искаме нещо под найем, да си заплащаме за това. А тук е, може би, въпроса на място за онези прословути 40 лева, за които много българи реагираха твърде остро. Да. Тези средства са предназначени за хотели, които имат ресторант, защото е предвидено да се извършват проверки за това, че ресторанта работи и хората се хранят в този ресторант. Аз имам приятели от Несебър и Слънчев бряг, които са хотелиери и те са настанили пълен хотел с туристи. Ние не сме от тези, тъй като нашите помещения са апартаменти. Но на тях не им е също толкова лесно, колкото на много хора си мислят, че е, защото те казват, ние очакваме една сметка от порядъка на 50 000 лева да дойде. Назначили сме всички хора, които трябва да готвят, да почистват, да обслужват и нямаме никаква сигурност, че всъщност тези пари ще бъдат достатъчни ние да си покрием разходите, но преценихме, че трябва да го направим. Тоест с и без 40 лева човек е благотворителен. Да, също така те рискуват да започнат сезона и ако конфликта не е приключил, те да си останат там за по-дълго време. Всъщност по закон, ако те са поискали временна закрила, една година могат да останат в България на мястото, което са настанени. Добре, имаш ли други познати, които са откликнали така, като теб, да настанят безплатно хора? Ами, в Несебър не познавам, но знам за хора, които са откликнали да даряват различни продукти, вещи, има такъв пункт. Несебър е едно място, което се оказва, че по принцип си има украинци, които живеят и целогодишно. И някои от тях са сърдечни хора, но не всички. Странно. Ами да, всъщност пак в тази група имаше обява за самотен баща, чиято съпруга е починала с едно дете и той търси работа. И аз тъй като мога да предложа и работа на един мъж, нали, писах, че мога и да ги настаня и да предложа работа. Но много често се случва, че тези хора понякога не могат да отговарят, защото нямат интернет или примерно са намерили вече настаняване. Но пък по това мое споделяне се свърза друго семейство, което тогава беше разделено, защото бащата беше заминал за Полша, а майката и децата се придвижваха от Украйна, срещнаха се някъде в Румъния, той от Полша. Те от Украйна, той е с български паспорт, има български корени, но не говори български. И всъщност каза, аз нямам възможност да плащам найем, търся си работа също така, валидна ли е тази обява? И аз казаха ми, доколкото на мен не са ми отговорили, да, валидна е, може ли да ни изчакате 3 дена всъщност да стигнем до вас? И така стана, че тези хора се оказаха много сериозни. Пристигнаха, мъжът работи при нас вече от сряда до петък, т.е. има 3 работни дни. Но те ми споделиха, че в този пункт за помощи,
тъй като и те като много други пристигат само с едни дрехи, с едни обувки, са искали помощ, но тъй като не са имали регистрация в полицията към този момент, не са ги допуснали други украинци. И тя каза, че е плакала много и станало тъжно. Но пък аз и сестра ми от тук събрахме дрехи, защото вече бях пристигнал в София, изпратихме по еконт и се оказа, че тя е точно нашия размер и всичко е по мярка. Така че и такива неща просто те се радват. Ние някак си това, което научаваме, е, че има нужда от храна, в смисъл консерви, круасани, солети, хигиенни материали, лекарства, но не се замисляме, че тези хора имат нужда и от дрехи и обувки, особено сега в... Да, особено тези, които са тръгнали много набързо. Много набързо, да. Но има и такива, които като Мария и Виктор, те казват, ние все пак успяхме да посъберем нещо, не искаме да вземем неща от този пункт, защото има по-нуждаещи се. Което е много благородно от тях да страда. Да, много ме впечатли, че те... тъй като и работят, и имат все пак някакви доходи, могат да си купуват хранителни продукти и не са отишли да вземат това, което може някой друг да вземе. Украинците, които срещаме тук в София, споделиха, че на децата им много липсва кръжочната дейност, защото в Украина тя все още била много силно развита. Вие в София управлявате и кафене. И това кафене предоставят точно такива услуги сега на украинските бежанци. Кажи нещо малко повече за това. Ние с сестра ми всъщност сме собственици на това място, което работеше като кафене заведение, но от известно време сме го предоставили на нашия пастор Иван Мирчев да го ползва като място за събития. И когато разбрахме, че има такава потребност, както и от това да се преподава български език на бежанците, му казахме, има ли възможност да се организират хора, които да направят една занимавания за деца и нещо друго, просто игри, може би български за деца, както и за възрастни. И много всъщност се радваме, че се намериха хора, които да ръководят две такива събития всяка седмица. Мисля, че в сряда и четвъртък може да се намери информация за това и за деца, и за възрастни. И се радваме, че просто това място ще се използва, защото то така или иначе е свободно през деня, пък и вечерта. Има, разбира се, и други събития. Но колкото повече се ползва, толкова по-хубаво. То е направено с тази цел. Има ли смисъл българинът да прави добро? Има смисъл всеки един човек да прави добро, а особено българина, мисля, че ще му пасне много добре на душата, която винаги е била много широка, просто напоследък, поради различни обстоятелства в нашата политика и скорошна история, така сме станали малко по-затворени, но мисля, че най-добре ни подхожда да бъдем гостоприемни, да обичаме, да даваме, защото самите ние така се обогатяваме. Добре, много ти благодаря за това участие. А сега предстоящата среща с Мария и Виктор в дома на Тони Айтова в Несебър. Среща, която наистина ни трогна. Здравствуйте, меня зовут Виктор, я из Одессы. Мы вот недавно приехали в Болгарию, ну, пока живем здесь, наблюдаем как бы за тем, что происходит. Ну, очень надеемся, что скоро все закончится, и можно будет вернуться домой. Меня зовут Мария Гребенюк, я с города Одессы. Одесса – это украинский город, он всегда был, несмотря на то, что мы разговариваем на русском языке. И до начала войны город, можно было так сказать, что он достаточно относился хорошо
пророссийским его некоторые называли. И в нашем городе действительно очень хорошие были взгляды на Россию, к русским отношения. То есть всегда Одесса, она такая была... Ну, она вообще гостеприимная, знаете. А отношение к России особенно было хорошим. Сейчас... Ну, буквально каждый день поступают новые новости о том, что обстреливают Одессу, пытаются там десант высадить в Одессе. И просто переживаем, что, может быть такое, что и некуда просто возвращаться будет. Когда мы убегали в первый день, когда мы увидели, что взрыв, мы с окна его увидели, и мы накидывали вещи, вернее, даже не так, часть вещей детей я собрала до войны. Я чувствовала, я не знала, с меня все шутили, я говорю, давайте соберем базовый чемоданчик. Я буквально за несколько дней там какие-то базовые детей, там футболки, штаны, я их сложила. Свои вещи я кидала уже, когда уже все взрывы были, я кидала, когда мы приехали к бабушке в деревню, я открыла, смотрела, там есть сарафан, то есть что угодно, кроме каких-то полезных вещей. То есть это было как-то для меня вообще, я не понимала, что происходит, как мы едем. Мы в первый день выехали, но сначала не в Болгарию, мы уехали в деревню, так как прямо у нас за окном были взрывы очень мощные, затряслись окна, и мы буквально сразу же бегом уехали. В деревне мы посидели 3-4 дня, поняли, что это надолго, стали пропадать продукты из магазина, уже все меньше и меньше можно было купить. И поэтому мы приняли решение, вернулись в Одессу, собрали вещи и сразу же поехали на границу. То есть выехали за границу мы где-то на пятый день. Я последние 9 лет работала на российскую компанию, я диджитал-маркетолог. Сейчас я, естественно, осталась без работы. Я работаю в сфере IT, программирования. Хотя как раз в день войны я получила новое предложение. Это была хорошая работа, это была работа, куда я хотела. В день войны я получила предложение. Я отказалась, естественно. То есть я понимала, что деньги мне важны были, хотя сейчас уже там даже технически я бы не смогла эти деньги получать. Но нет, я больше не хочу работать. Я не хочу работать на ту страну, чтобы на ту компанию, которая платит налоги, в ту страну, которая изготавливает танки против моей страны. Я так не хочу. Я не знаю, поменяется ли мое когда-то мнение, но сейчас я точно не хочу, чтобы кто-то помогал убивать, рушить что-то в Украине, убивать детей. У нас была международная компания, но очень, на процентов 80 состояла из ребят с Украины. Вот многие, кто там успел до войны уехать, а некоторые, процентов, наверное, 40-50 все еще в Украине. Просто они уехали на западную, ближе там ко Львову, Ивано-Франковску. Но пока стараются работать. Не полный день, говорят, очень часто сирены, приходится прятаться, но сколько могут, еще стараются работать. С нами приехала моя мама. Осталось, конечно, очень много близких. У нас все там родились, там дедушки, бабушки, мужа, мама, муж, родители, то есть брат, конечно, все остались. Вся семья там осталась, только мою маму успели вывезти, потому что она была в тот момент просто с нами. Все. Моя мама и вся семья, они остались в Одессе, и буквально на четвертый-пятый день, даже с ней разговаривая, она мне говорила, нет, это в Одессу пока не стреляют, все закончится там через 1-2 дня. Через 3 дня, понятно, она у нее мнение поменялось, мы разговаривали, говорю, как ты могла так реагировать? Она говорит, я не знаю, у меня было просто, настолько шок в голове, говорит, что я не хотела принимать это как реальность. Просто вот воспринимала, что, это как плохой сон, и через 2 дня я проснусь, и никого не будет, все будет тихо и спокойно. Сейчас, она уже, конечно, все понимает, готовится, то есть там продукты какие-то заготовили, они уже в возрасте, говорят, мы уже никуда не поедем за границу, просто надеемся, что все будет тихо. У меня сестра живет в России, моя родная сестра живет в России. Это тоже вызывает проблему, потому что она молчит, она боится сказать, что она против войны. И я понимаю ее как маму. Это чисто ее безопасность, потому что в ее стране она не имеет права сказать. Она мне пишет, я боюсь сказать, что я против войны, написать в соцсетях, потому что меня завтра заберут, у меня ребенок маленький. Я ее прекрасно понимаю. А мне так больно, потому что они все молчат, и... Они своим молчанием позволяют происходить тому, что происходит здесь.
И просто вот, ну, сама стрессовая ситуация, сама война, сама то, что у меня там сестра живет, я переживаю за нее, и вот это какая-то недосказанность. И то, что я точно знаю, что там есть классные ребята, классные люди. Я работала на компанию, мне сейчас мой бывший директор с России, с Москвы, он оплачивает мне психолога для того, чтобы я просто тут не сошла с ума. Поэтому, ну, как бы кому-то что-то сказать, ну, единственное, наверное, как и россиянам многим советуют смотреть новости как бы с двух сторон, и российские, mm-hmm. и украинские, и уже тогда понимаешь, что действительно это происходит, что действительно, ну, очень страшные вещи в Николаеве, Мариуполе и Харькове. А у меня есть подруга, наши дети младшие учатся в одной школе, в одном классе. У нас был карантин перед войной. Она уехала с мамой в Киевскую область. У нее двое детей. И когда карантин закончился, когда началась школа, она сына оставила маме, а с дочкой уехала просто в Одессу. А через 3 дня началась война. А сейчас она не может дозвониться 3 сутки к ребенку. Позавчера она мне писала, что они ходят, собирают птицу, которая умерла, чтобы было что кушать. Она по 3-4 дня не может к ним дозвониться. Они живут в подвале, сначала жили в бане, сначала жили в доме, потом разрушен дом, потом они перешли в баню. Сейчас они, ну, вот последние 3 дня они живут в подвале. Воды у них нет, это маленькое село под Киевом, оно в подцеплении. Поэтому я не могу, это насколько близко, я не могу справиться с этим, это не картинка. Это большой шок для нас, взрослых. А как это сказалось на ребятах? Ну, им было очень тяжело. Мы ехали в дороге 4 дня. Тяжело, они, ну, все видят, также эти новости, как бы нельзя там что-то скрыть, они все это находят как бы и на Ютубе, и везде. Пытаемся разговаривать, настраивать на то, что все будет хорошо, они в принципе так и говорят, все будет хорошо, мы вернемся домой, общаются там с друзьями, с одноклассниками, многие очень разъехались, почти у каждого, ну, у них вот разница у каждого 3 года, то есть есть там младшая школа, средняя и уже старшая школа. И в каждом из классов, ну, 40-50% уже уехало за границу. Ну, каждый так общается, там рассказывает, кто где, какие новости. Ну, и в этом плане пока не смотрят новости, пока перед ними там не говоришь о всех проблемах, им немножко легче вот общение с друзьями. Вы знаете, я не знаю, почему. Я просто искренне желаю, чтобы они никогда не оказались в нашей ситуации. Господи, я к каждому человеку, кто за, кто против, кто вообще нейтрален, я просто никогда не желаю проснуться, убегать из своего дома, переживать за своих близких. Я не знаю почему, но я правда не хочу, чтобы кто-то оказался в такой ситуации. А как вам здесь, в Болгарии? Мне очень нравится. Во-первых, город, вот Несебр, мы сейчас находимся, он очень похож на Одессу, он курортный. Тут как бы это чувствуется возле моря, то есть мы тоже жили на море. Поэтому в этом плане вообще очень как бы достаточно комфортно все. Также я помню, в детстве я приезжал несколько раз в Болгарию, помню, что здесь, ну, очень приятные, веселые люди, вот именно действительно веселые, приятные, с которыми хорошо общаться. Также были на то время очень много новинок, которых у нас не было. И иногда даже здесь в магазины заходишь, дети такие: «О, класс, у нас такого нет, что-то прикольное». То есть в целом, ну, нам очень нравится, действительно нравится. Я всегда считала, что Одесса гостеприимный город, потому что я много где была, и, ну, как бы, я всегда приезжала в Одессу, мне казалось, что все, ну, люди всегда тебе ответят на вопрос, всегда помогут. Начиная с Молдавии, на каждой границе нас встречали какие-то люди, которые вообще там, ну, я не знаю, они что-то нам давали постоянно, о нас заботились, наверное, так, как я о своих детях не могла в тот момент позаботиться. В Болгарии точно так же. Как мы нашли эти апартаменты? Я просто написала в Фейсбуке: мы семья с Украины, мы вот едем к вам, мы не знаем ничего, что у вас вообще происходит. Мы понимаем, что украинцев много, но нам повезло чуть больше, мой муж не остался, ну, то есть он один работает, но, по крайней мере, мы какой-то, там, я не знаю, 100-200 евро мы можем платить, люди не должны, ну, вы тоже не должны, ваша страна не должна страдать из-за того, что мы тут все приехали.
И Антония написала: я готова вас приютить, оплачивайте только коммунальные. Вы понимаете, какой шаг вообще? Я просто я не, на нее готова молиться, правда. Абсолютно точно так же. То есть мы здесь приехали, там ребята с продуктами помогают, там с одеждой, это все, там просто советами. Тут еще уже собралась какая-то местная община украинцев. Они тоже между собой как-то коммуницируют, помогают, кто-то подсказывает. Те, кто давно тут живут. Знаете, что самое удивительное? Есть русские, которые живут в здесь, которые точно так же помогают. Но, не знаю, болгарам, коренным... Боже, я вам так благодарна, потому что то... Это то было единственное приятное, с чем я столкнулась с 24 по 5 марта. Вот это было то, что есть люди, которые... Не знаю, если бы не они, я не знаю, мы бы, наверное, где-то замерзали бы, в полях спали. Я не знаю, мы 4 дня в дороге ехали. И всегда, каждую ночь нас кто-то где-то укладывал спать, кто-то кормил. Я очень благодарна. Очень многие люди знают русский, а если не русский, то английский, поэтому, проезжая вот Румынию, очень большой контраст, потому что там вообще ничего никто не понимает. Здесь, в принципе, ну, проблем еще не было. Всегда в любой сфере, и там к магазины, парикмахерские, заправки, все понимают, и все нормально. Я буду честна, я скажу, ну, все меньше и меньше верю в то, что кончится это быстро. Я не знаю. Я очень хочу домой. Но я не знаю. Ну, там сколько много жертв уже. И я очень хочу домой. Но знаете, как я боюсь, что я приеду, и я увижу разрушенное все. Будет тоже страшно. Но я готова. Я готова вплоть идти, я не знаю, там сама кирпичи ложить. Я готова. Я вернусь домой обязательно. Скъпи приятели, Мария се надява да се върне у дома след края на войната. Сега обаче разчита на нас. Не само тя, а и хиляди други хора. Надявам се, освен домовете си, ние да отворим и сърцата си. За хората в нужда. Не само за тях. Надявам се да отворим сърцата си и за хората, с които може би не споделяме едни и същи убеждения относно тази война. Защото тя рано или късно ще свърши. Но ние след това ще трябва да се гледаме в очите, да живеем един с друг и да се обичаме. Обичайте се. Обичайте и хората около вас, вашите ближни, хората в нужда. Защото нищо по-ценно от това няма. Вие бяхте схопчена в България.